Никита, короче, я придумал! Разобрать его надо. Скрутить его! Не, не, он складывается, он не разбирается. Там он сложить его и закинуть. Там разве? Пацаны, не трогайте уже, это пиздец. Одну часть тут, другую часть там где-нибудь. На поле. Сиря, подними, просто туда. Ну, слушай, короче, у нас же в друзьях. Слушай, его же у нас в друзьях нету. Каждый сфоткается с отдельной части. Он должен найти этих людей с этими фотками, потом еще и части найти. Ну, давай, там вот видишь, вот эта вот херня. А, вот, все. Разобрали. Вот и все. Санек, сейчас поедем. Ну, там и полный пункт. Вот он и смысл. Ну, надеюсь, смотри, смотри. Вот, короче, перевесил. Сейчас с окна кто-нибудь смотрит, вот какие-то ебанчаи. Один ходит, все снимает. Пиратов. Шелест, наверное. Шумовик, короче. Бля, надо так приводить, короче. Он идет-то? Мы его уже сняли, ты ему не горил? Короче, пойдем. Привет, Антон. Да ты уже поздно, да, снимаю? Ты не говори только, что Санёк, он выйдет сейчас. Санёк, он выйдет. Что он там делает? Да забрал. Серёг. Нормально? А, блядь, Санёк. Сука, я не могу. Нахуй иди. Здрасте! Здрасте! Добрый день! Здравствуйте! Так, подожди, Санёк! Санёк, да ты сразу голову! Юра, шум где? Он идет сюда? Ништяк! А когда выйдет? Не говорите ему, мы едем! Санёк, смотри, просто видишь, он же складной! Санёк, перекинуть его через эту ветку! Дайте, я подойду! Нет, Юра, не надо, пожалуйста! А, задержи на весь урок. Все, давай, иди. Санек, куда ты его собрался? Вот с этой стороны. Слышь, Санек, а ты не можешь его тупо закинуть, а не повесить? Да не а ты, его, ага. И вот. А мы его просрем. Ты попробуй закинуть только. Мы. Не, ну вот вроде, блин, сюда. Санек, ну. Натяни его как-то, смотри, ну блин. Сейчас, дай. В общем, тут нужно встать. Отойди. Вдруг это вообще не шутка. Просрёшь. Давай еще, подпрыгни, еще. Да ты че, просрёшь? Да ты коротышка, слушай. Санек, а ты уверен, что это шумовелик? Да. Ну тогда ладно, давай. Сиденье такое было. Это, Никито, садись сюда. Да это его, мы сегодня его столько видим. Короче, давай, Санек. Может, он тоже впиздил? Серёжа, ты че его коллектором покрасил? Давай, ты держи перец. Да раскройте его и наденьте. Посадите, короче. Верит? А вы чего? Идет! Да ни хрена не все! Нет! Все, разбежались. Ой, извини, Антон. Грязь нужен, его не увидят. Да, здорово.